Музейно-выставочный центр акционерного общества «Апатит» запускает уникальный проект со звучным и емким названием «Арт-зона». Речь идет о выставочном пространстве, которое предназначено непосредственно для посетителей музея. То есть любой желающий, даже не причастный к творчеству или искусству, может выставить в МВЦ свою собственную мини-экспозицию. На каких условиях это можно сделать, выяснили Арина Когелева и Иван Солодков. Музейно-выставочный центр не перестает удивлять и радовать кировчан и гостей города. Новые интересные выставки в этих стенах постепенно заполняют все свободное пространство. Экспозиция работ кировского дизайнера, модельера, конструктора Марии Швецовой – одна из последних таких новинок. Название выставки – «Автор время». На стендах персонажи первой половины прошлого века из числа предков самого дизайнера. И, как видно на фото, они вели не менее увлекательную жизнь, чем наши современники. Познакомиться с этой экспозицией можно до 7 декабря. А вот третий этаж, где еще работают художественные выставки, в пятницу вечером закроется. Уже на следующей неделе здесь разместятся три новые экспозиции местных мастеров и художников. Здесь будут представлены работы пейзажи Ивана Полудницына. Также будут представлены работы Натальи Кононовой и Анастасии Калашниковой «Сказка в глине». И праздник в моем городе Натальи Елизаровой. Это открытки и различные ее зарисовки. Новые выставки будут работать с 7 декабря по 15 января. А вот уникальный проект со звучным и емким названием «Арт-зона» уже запущен. Теперь в МВЦ есть выставочное пространство, где любой желающий сможет экспонировать дорогие для сердца вещи, семейные реликвии, либо это творческие работы ваши, ваших близких или друзей. Здесь можно представить фотоколлажи, рисунки, послания, стихи, приспособить ячейку под оригинальное поздравление или просто разместить признание в любви. В общем, все, чем вы захотите. Хотите поделиться с публикой? Специалисты музейно-выставочного центра составляют договор с теми, кто хочет арендовать ячейки. Это могут быть и дети до 14 лет. Мы приглашаем их вместе с родителями для составления договора. И могут быть взрослые. Аренда ячейки бесплатна. Также можно заключить договор на аренду на конкретные даты. Например, если вы пожелаете сделать кому-то из близких сюрприз. Несколько ячеек уже заняты. В числе первых участников нового проекта – кировчанка Наталья Рыбакова, которая представила в арт-зоне творчество своей бабушки.